Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и почти неделю назад я снял видео про адский ноутбук, который мне прислали. Если ты не видел это видео, то ссылка в описании. И в комментах многие просили, чтобы я посмотрел браузер, который был на ноутбуке. RIP Google Chrome. Сразу же бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь придет время, и Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Было сложно, но я все же решился открыть снова тот ноутбук и посмотреть, что там есть. Недолго думая, я сразу же зашел в браузер. И открылось это. Все переливалось. Фон был черный, а надпись была демонически красного цвета. От этого у меня побежали мурашки по коже. Шрифт был похож на почерк самого дьявола. С трудом я решился что-то вести в поисковике. Что-то поискать интересное. Я ввел первую букву алфавита А. И мне сразу же предложили самые популярные запросы в этом браузере. На первом месте был ад. Второе — ад, новое фото. Анден, биография. Кто такой Анден, я без понятия. Да и узнавать не очень-то хотелось. И четвертое было адские приложения. Примерно я уже знаю, какие приложения будет мне рекомендовать этот Google. Я выбрал первое. Ад. На удивление, страница загрузилась очень даже быстро. Выкинуло очень много фотографий из ада. Какие-то страшные существа. И, видимо, реально фотографии самого ада. Внизу был самый популярный запрос. Как попасть в ад? Я был в шоке. Ведь это реальный адский браузер, которым, скорее всего, пользуются все демоны. И сейчас я сам могу увидеть все то, что здесь происходит. Своими глазами. Я перешел на страницу с постом «Как же попасть в ад?». Шрифт был очень маленький, было трудно что-то разглядеть. Но рядом можно было отчетливо увидеть фото ада. Там была показана какая-то арена, где сражались люди ради удовольствия демонов. Сверху была надпись Google. Все как и в реальном браузере. Этого сайта было где-то 10 страниц. И там писалось лишь о том, как попасть в ад. Как это сделать, я, естественно, не расскажу. Но чтобы вы понимали, это сделать очень легко. Но и очень опасно. Я вернулся на главную. С туда я перешел на вкладку «История». Я был надеясь, что там еще что-то осталось от прежнего владельца этого ноутбука. И мне повезло, потому что история там была не стерта. Там было всего лишь 3 дня. И один из них мой. 4 августа 1063 год. Прежний пользователь смотрел YouTube. Я решил перейти и посмотреть, что же он там смотрел. Это был тот самый RIP YouTube. Он смотрел видео блогеров. Те адские видео блогеров. Я вернулся назад в историю. И когда я открыл последнюю ссылку, то я очень испугался. Потому что там было мое видео, где я рассказываю про телефон, который я купил в этого же владельца. Что и ноутбук. Оказывается, он смотрел мое видео. И похоже, он заранее знал, что я закажу этот ноутбук. Я вернулся снова на главную и открыл дополнительные файлы. Они все были как будто в пятнах крови. Выглядели они не как обычные файлы. Там было все. Мой аккаунт, с которого было выведено. Поиск, карты, YouTube, Play Market, новости, почта, контакты и другие дополнительные файлы. Мне почему-то очень стало интересно, что же прячется в картах Гугла. И я зашел туда. Там было 7 кругов ада. Это была настоящая карта ада. Там даже были названия этих кругов. Первый был Тиента, второй Макетон, Риласка, Картон, Минакон, Лориска и 7-й самый ужасный, Тааст, где проводили самые ужасные издевательства над душами людей. Это было очень страшно и ужасно, потому что я все видел вживую. У меня тогда просто был ступор. Я не знал, что делать и куда бежать с этим ноутбуком. Я вернулся снова на главную в дополнительные файлы и открыл новости. И там были реальные новости с ада. Были разделы новостей. Можно было отдельно узнать новости из каждого круга ада и ежедневно узнавать, сколько же попало людей в ад сегодня. Также были вне новости. 5000 лет Люциферу и как он это отпраздновал. Стражи придумали новый котел. Ад стал лучше рая. У них даже есть свои новостные порталы. Адские новости. Ад Ньюс. И последнее было самое интересное и самое страшное. Сын сатаны хочет напасть на мир. От этого меня начало конкретно трясти. Вверху справа было даже показано, какая температура в аду. 174 градуса жары. Это было ужасно. В какой-то степени я жалею, что я сюда зашел. А с другой, я очень рад, что я показал вам это. Потому что я бы, наверное, сошел с ума, зная эту информацию, никому не рассказывая. Обязательно расскажи об этом видео своим друзьям, чтобы они узнали о планах сына сатаны. А самое ужасное то, что в их ютубе есть мое видео про адский телефон. И скорее всего, что там уже будет видео и про адский ноутбук. И, наверное, то, что я вам расскажу сейчас, я не должен был этого говорить. Потому что добром это явно не кончится. Но все же я надеюсь на вашу поддержку. Поэтому, бро, поставь лайк. Ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. Ты бы уже поставил лайк. А мне очень приятно.
приятно. И, бро, если мы на этом видео наберем 5000 лайков, то я найду еще такие адские приложения. Или же они сами меня найдут. А также, бро, переходи на мой инстаграм, ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии. Поэтому подписывайся туда, если не боишься. Но если боишься, то проходи мимо. А также пиши мне в директ. Я отвечу именно тебе. И еще, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь придет время, и Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также, бро, рассказывай своим друзьям, чтобы они подписались на мою Суприм банду. Ведь это как-то не круто. Ты в такой крутой банде, а твои друзья нет. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. We'll be right back.